Более 200 тонн автопокрышек собрали в рамках акции «Шина-2017» в Люберецком округе. В рамках Года экологии на территории муниципалитета проводились мероприятия, направленные на сохранение чистоты окружающей среды. На протяжении многих лет люберчане активно участвуют в подобных областных программах. К примеру, 2 года назад наш муниципалитет занял 3-е место по итогам акции «Шина-2015». А в 2016-м Люберецкий район стал абсолютным лидером в осеннем этапе акции «Шина-2016». Кроме того, в рамках очистки водоохранных зон совместно с Министерством экологии Подмосковья общественные организации «Люберец» очищают реки от мусора. Также в 2017 году было ликвидировано 7 несанкционированных свалок. К тому же представителями управления экологии были проведены более 40 выездов на промышленные предприятия, на которые жаловались жители. По результатам проверок на 17 организаций были составлены предписания за загрязнение воздуха. В качестве платы за негативные воздействия на окружающую среду в бюджет Люберецкого округа поступило порядка 17,5 миллионов рублей. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.